Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Дмитрия Герасименко. Он подозревается в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. По данным следствия, 24 апреля Герасименко и другие украинские военнослужащие произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе города Донецка. В результате этого 71-летний мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Герасименко и его соучастники выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины. При этом они нарушили положение Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола 2 к ней. Следственный комитет России принимает меры к установлению других украинских военнослужащих, причастных к совершению этого преступления.